Я по-разному. В плане. Мне нормально. Он хочет жить. Марина Бортко в Беларуси. Да. Как всегда по-разному. И там, и там. Нет, не учусь. Марина Горка. Общепит, вторая работа. Да, хотела бы. Нет, не было. Сидят девушки из моего города. Думаю, что я не вижу, но я-то их вижу. Они сидят так, молчат. Значит, там девочка даже лично со мной не знакома. Она вроде с техникума, не знаю. Сидит, наблюдает. Наблюдательная девочка. 18 лет. Да нет, не сложно. О, у нас... Что случилось? Какая вторая работа? Вообще пить. Привет. Привет, привет. Спасибо большое. Как дела? Прекрасно, типа как. Вы просто что делать с ним? Не знаю. Спасибо за меня. Да. Телефон, айфон. Меня зовут Женя. Вообще это у нас еще не было такого. Забираете, да? Да? Можете взять пакетик. Нет. Пожалуйста, до свидания. Там такой мальчик хороший. Какой фон? 14 Pro Max. Привет, привет. Вам быстро сообщают под... У нас не было еще подмен, у нас пункт выдачи недавно только открыт. Это что ли, я стою на классе учусь, помнишь? Нет, не помню. Откуда деньги? За вопросы у вас, откуда деньги? Я работаю, чтобы убивать 16 лет. Откуда деньги? Я уже за посылкой, давай, жду. Я же передавала уже привет. Может, передай привет. Я передавала уже. Курс памяти заблокирован. Привет, можно сделать заказ для себя? Отправь через Валберис свое сердечко. Какой Валберис? Я же на Валберис работаю. О, капец. Блядь. Не стоит телефон. Блядь, что делать? Вот так и сток. Криво будет. Стоит конфетка. Привет. Здравствуйте. Проверять.
Хорошо. Пожалуйста, до свидания. Можете взять пакетик. До свидания. Блять, у меня телефон упал, просто на зарядке стоит и провод мешает. О, город Мединогорка, детский мы упали. Авраам, привет. Мяу. Ты что, котик? Ты что, потом не сидит, так не отвечать, а сканировать при выдаче товара легче будет. Что? Нет, мне неудобно, у меня сканер стоит туда, на той стороне, поэтому мне так удобнее. Как вы так работаете? Как так? Правда, конечно? Да. Я так не хочу завершать эфир. Ну что, 184 тысячи лайков? Блин, ладно. Придется. До часа сижу. Говорила, буду до 12 сидеть, уже до часа. Подождите, я хочу посмотреть, сколько у меня процентов. 26. Отлично. Привет, привет, Жора. Можно заказать через Озон сметану? Нет. Не знаю. Среди в каталогах. Та самая Даша. Я сейчас буду называть ники просто людей, которые смотрят. Наблюдают за мной. Та девочка, про которую я, кстати, говорила, вышла уже. Очень жаль. Очень жаль. Ну, ничего страшного. Татьяна какая-то сидит. Она, кстати, делилась моей трансляцией. Вот. Ну, ладно, пусть сидит. Ой, блин. Кем работать? Просто есть, но не молочная фигня.